Так, окей, чат, окей, чат. Окей, наконец-то, чат. Будем слушать переходы, которые вы мне закидываете. Напишите двойной D в чат. Двойной D в чат, передавайте привет Ютубу. Мы будем слушать. Что? Правильно. Переходы, которые вы закинули в чат. Первый переход, 2 секунды. Будем слушать первый переход. Надеюсь, что, блядь, это охуенный переход. По крайней мере, надеюсь в этом. Надеюсь в этом, бро. Окей, okay, let's go. Я ведь не стал богатым, если я слышу мнение. Давно горы листья в кармане осенний. Настроение. Бро, это не криспи переход. К сожалению, первый переход на сегодня, он не был криспи. Чат, может быть, у вас другие мысли по этому поводу? Вентрикс опять запорол переход. Окей, тут есть потенциал. Хуйня! Так если хуйня, зачем ты закидываешь этот переход? Или ты хочешь услышать совет, что сделать, чтобы переход стал лучше? Да вроде норм. Бро, ты слышал, какие у нас переходы? Это уже... Ну да, это типа... Это не, это даже не дефолт, типа, то было полная хуйня. То было полная хуйня, скажу честно. Тут как будто есть потенциал. Опять ёбаный L переход. Vantrix. What the fuck, Vantrix? Как так? Как так? Скорее всего, ты запорол тут секунды. Вообще не было плавности. Это не было плавности. Это полная L, чат. What the fuck? Окей, как будто тут есть потенциал. Скажу честно, Vantrix, я вижу тут потенциал. Я переходы уже. Как сказал Платина, мы видим звуки. Я вижу звуки, чат. Вентрикс угорает. Как сказал Платина, мы видим звуки. Посмотри на цвет мой Yellow Diamond Pikachu. What the fuck is this, bro? Just tell me. What the fuck is this? This transition is not fucking crispy. This transition is L. L's in the chat. What the fuck? No, default. Окей. Тут есть потенциал. Ебанутый чат. Что, думаете, может заранее W в чат? Давайте заранее W в чат. Просто заранее. Напишите W в чат. Спамьте W в чат. Заранее, так. Авансом W в чат. Стоп. Как будто секунды не хватило, да? Буквально чуть не хватило. Или нормально? Как, блядь. Чё думаете, W или L? Нет, мне кажется, это L. Да, неплохо. L? Как будто чего-то не хватило тут. Ну да,
Я думаю, чат, вот реально, хуета, что-то норм, что-то среднее. Ну, бро, у нас должны быть криспи переходы. Давайте букву D в чат, букву D в чат авансом для этого перехода. Букву D в чат авансом. Нахуя вы закидываете переходы, если они не криспи, и в них вообще нет смысла и никакой категории? What the fuck? Но тут в чем прикол? Полная L, ни смысла, ни какой-то категории перехода нет. Это полная L. Так, чат, напоминаю, как мне закидывать переход, чтобы я его послушал на этом стриме. Во-первых, через донат закидывайте ссылку на Spotify. Закидывайте в ТГ по специальный пост ссылку на Spotify. Третий вариант, закидывайте в Discord специальную руму с переходами. Окей. Как я вижу, написано время спать. Время спать, а это значит, что реально тут медитация, переход, и нам... Я усну сейчас. Чата, у меня на минуточку пол второго ночи. Я сейчас усну. Я, походу, сейчас усну. Чат, переход дождя, переход ливня. Это флялис, медитация. Вот это я понимаю. Дев чат. Двойной дев чат. Тайп щит. God damn. Это пример плавного перехода. Let's go, чат. Так, это чё, это чё? Неужели это опять переход с медитацией? Давайте букву Д в чат, букву Д авансом. Фак, ливень начался. Чё за хуйня? Были же птички, все было хорошо, все было просто. Охуенно, все было спокойно. Начался ёбаный ливень. Чат. Чат. Дабл в чат, тайп щит. Нихуя себе, на меня ливень ебашит. Блять, у меня реально погода в реальной жизни поменялась. Я в ахуе. Это переход в реальную жизнь. Дабл в чат. Я в ахуе. Так, окей, переход 5 секунд на блоге пепел на худи. Факт. Факт. А даже того же Слава Мерлоу, в принципе, есть возможность. Понятное дело, не согласится. Слава Мерлоу. А, кого еще, кого еще? Короче, есть вариантов много, чат. Возможности. Возможности. По крайней мере, у меня, по крайней мере, у меня. Ладно, слушаем следующий переход, чат. Давайте заранее пишем W в чат. Авансом пишем W в чат. Это L переход. Вот зачем ты его закинул? Зачем ты его закинул? Чат, тут есть какой-то переход? Блять! Я ухожу нахуй. Spotify удаляется. Вот, переходы 0 секунд, допустим. Переходы 0 секунд. Сейчас дам пример какой-нибудь. Вот это вроде. Вот. Пример дефолтного перехода.
Вот это, блядь, дефолт перехода. Что ты мне закинул? Вот это дефолт. Кстати, под этот переход Скали Милан написал комментарий. Вот это был переход. Вы слышите этот чат? Вот это пиздец. Вот это я понимаю криспи переход. Блядь, вы можете, блядь, напоминать, что у меня есть плейлисты со всеми этими переходами. Напоминаю, чат. Кто не шарит, вы можете просто заходить и, грубо говоря, вдохновляться, брать какие-то переходы. Потому что заходите просто. Вот где 0 секунд, мне кажется, там плюс-минус все треки переходят. Вот плейлист 0 секунд. Блядь, 65 сохранений. God damn. Просто берете любой трек отсюда, по сути, блядь. Вот, для вас читы. Прикиньте, это вот все переходы, это мы на стримах нашли. Охуеть, сколько тут переходов. Я в ахуе, чат. Прикиньте, 413 песен, то есть это 200, грубо говоря, переходов. Просто заходите, любой трек берете, тут есть переход. Просто вам подсказка, читы, не знаю. Просто. Вот тут даже переход есть, послушайте. Не, не тут, не тут, не тут. Не тут, здесь. Вот, тоже дефолт, похуже, конечно, на дефолт. А, где-то еще был переход. Тут вроде, да. Просто... Вот! Короче, Вентрикс и все, кто сидят на стримах, советую все-таки зайти. Пишите вас отрицательный знак плейлист и просто заходите ко мне и чекайте в плейлистах вот здесь переходы. Просто наслушайте это и поймите, в чем суть главных переходов. Донаты есть, конечно. Пишешь вас отрицательный знак донаты и... Закидываешь. Конечно, бро, ты же видишь, у меня есть сбор на стриме, например. Есть сбор. А, рекламы у меня нет. От рекламы я отказываюсь. Конечно, донаты есть. Конечно, донаты есть, бро.